Всем привет! Сегодня я ходила в Фикс Прайс и набрала там опять много всего, поэтому сейчас буду вам это все показывать. И так как у нас уже поздний вечер, сегодня хотела вам показать, что я тут придумала себе освещение вот такое. Вот это тоже лампа из Фикс Прайса с USB входом. Вот. Я ее воткнула, значит, ну вот, от зарядки телефона. Потому что освещение у меня на кухне такое теплое, оранжевое. И поэтому ну, не очень яркое. Ну ладно. Перейдем к покупкам. Взяла вот такой вот подносик. Он пластиковый, толстенький. Тоже от фирмы это снежное кружево. 35 на 25 размер. Вот. Ну, как бы с новогодним таким взяла дизайном. Там еще были с имбирным печеньем. Тоже красивый, конечно, но там такой рисунок был нечеткий. Мне вот захотелось мне. Я под бутерброды мне. Ни одного подноса почему-то дома нету. Думаю, хотя бы вот на празднике пусть будет. Наверное, скользко слишком. Так. И все-таки не хотела ничего покупать. Вот. Новогоднего, думаю, вроде все есть, но так всего много, что решила немножко, думаю, нужно, наверное, все-таки добавить. Вот, взяла такую елочку. Видите, раньше всегда из мишуры делала елки. Вот она идет на таком каркасе. Там были еще снежинки, еще какие-то звездочки там. Все разноцветное, но я вот захотела елку, думаю. На шкаф там, шкаф-купе, куда-нибудь на зеркало повешать. Ну, как-нибудь, в общем, на ниточках. Так, украшение новогоднее, блестящее. Размер здесь, по-моему, нет, не указан. Ну, в общем, тоже 51 рубль, ну, нормально. Сейчас как-нибудь мы это будем все составлять. Так. Еще из новогоднего я взяла, тоже уже смотрела на них, смотрела, не знала, нужны, не нужны, но решила все-таки взять пару штучек. Сейчас как-нибудь мы в них залезем. Так. Так, вот одну открыла. Тоже их много было видов, вообще много было чего новогоднего, но вот я хотела купить открыточки, наборчик. Но их не было. Может быть и был, может я не увидела. Я очень долго там ходила, бродила. И все-таки вот они у нас идут на прищепочках таких. Интересно, можно куда-нибудь. Я хочу на цветы, наверное. Я думала, на такой прищепке даже на волосы куда-то можно прилепить. Или на одежду. Тоже интересно будет. Может быть для новогоднего костюма какого-то. Вот. Классненькие, там разных цветов были. И вот такие, эти уже не буду открывать. Тоже на такой же прищепочке. Кружевные такие цветы, красиво. Найду куда, в общем, присобачить. Так, еще из новогоднего я взяла набор магнитов на холодильник. Они идут у нас на листе, их нужно будет просто выдавить оттуда, можно вырезать. Вот эти тоже можно повырезать. Было много видов их там. Ну, взяла я вот такой. Хотела сначала, думаю, может быть ребенку там на подарок. Ну, что-то посмотрела. Тоже хочется. В общем, пока себе взяла. Может быть, потом еще возьму перед Новым годом, если что-то будет там. Уже куда будем в гости ходить по обстоятельствам. Такой снегирь классный вообще. У меня муж любит магниты на холодильник клеить. Он тут как дизайнер у меня на кухне. Поэтому вот еще не видел. Потом покажу. Поэтому я думаю, что они сейчас у нас сразу будут приклеены. Из канцелярии я взяла вот такую вот тетрадку или блокнот. Она как 3D идет. 3D блокнот, да, формата А5. Ну, сейчас открою. Красивый, конечно, вообще. Мне понравилась девушка на обложке. Ну, там такие дизайны все были с вот этой вот тематикой. Это мексиканский праздник, там День памяти.
Вот они там все себя так разукрашивают. Там были вот, в общем, такие на эту тему. Но вот это мне больше всех понравилось. Здесь просто клетка идет. Ну, кстати, тоже дата. Можно ставить дату, страницу. Ну, вот как обычно их все блокноты, только большой. 55 рублей. Классный вообще. Дизайн мне очень понравился. Не особо, конечно, нужен он мне, но я думаю, все равно в хозяйстве пригодится. Еще взяла набор клеев вот таких вот. Здесь ПВА клей и 3 карандаша. Заколебалась уже их покупать. Покупаю клей-карандаш. Что-то где-то приклеила. Все, месяц полежал, засох. Месяц полежал, засох. Не знаю. Еще эти не открывала. Может быть, они здесь тоже сухие. Ну, кому интересно, если что, потом напишу в комментариях. Если что, спрашивайте. Пока не буду открывать. Вот. Так. Из хозяйственного взяла вот такой вот велор кондиционер для белья. Тоже желтый наконец-то появился. Решила попробовать, потому что еще ни разу не пробовала. Ну, у меня кончается, как бы я в ленте обычно беру, но все равно это похвалили на ютубе. Розовый как-то мне не очень хотелось. Я вот этот, ну, думаю, возьму один раз попробовать. Может быть, понравится. И буду брать. Потом мне понравилась тоже цена. 99 рублей. Появился шампунь Тимоти. Интенсивное восстановление. Здесь 400 миллилитров. Авокадо, макадамия и фисташка. Питает и увлажняет сухие поврежденные волосы. Вот я в последнее время для сухих беру шампуни. Как оказалось, они мне больше подходят. Хотя у меня волосы, ну, жирные от корней. Ой, ну пахнет очень вкусно. Вот макадамией. Там еще были от чистой линии тоже большие шампуни. Тоже, наверное, 400 или сколько там миллилитров. Не знаю, по 77 рублей. Я думала, но решила все-таки, что Тимоти, наверное, получше будет. Поэтому взяла его. Так. Это все тут загораживать даже. Потом взяла Фэри. Очень я рада, что Фэри появился в Фикспрайсе, потому что я только им мою посуду. А, например, в том же Магните он стоит около 100 рублей за маленькую. И вот приходится так, вот, где ездим по магазинам, то в ленте там, то еще где-нибудь, где есть акция, беру большими бутылками. Но здесь 55 рублей. И, в принципе, я довольна. Вот хожу, покупаю то одну баночку, то две. Так. Из хозяйственных еще у меня были губки меламиновые. Я опять купила. Я их постоянно покупаю. Очень мне нравится ими. Подоконники протирать и холодильник. И все. Вообще классная вещь. И взяла еще вот такие большие губки хозяйственные. Здесь 5 штук. Ну, здесь написано для мытья посуды. Но я хочу вот именно для ванной. Чтобы ванну мыть удобно. Большой губкой. У меня таких нету. Так. Всю красоту опять заставила. И еще я взяла себе вот такую вот толкушку для картофеля. 26 сантиметров. Металлическая с деревянной ручкой. Она прочная, я, ну, как сказать, проверила в магазине, думаю, может быть, здесь что-то болтаться будет или нет. У меня есть толкушка, но она пластиковая, и когда начинаешь, она гнется во все стороны. Мне это не нравится, и поэтому я вот решила такую еще взять, может быть, ей будет удобнее. Вот, в принципе, из непродуктовых покупок это все, так что если кто не любит продукты смотреть, в принципе, можете выключать. Дальше я сейчас это все уберу и покажу вам продуктовые свои покупки. Так, из продуктов вот у нас появились соки 2-литрового объема Gold, чему я очень рада. Я люблю эти соки. И за 55 рублей, по-моему, сок. Я считаю, что это вообще, конечно, для 2 литров. Сейчас литровые-то соки не все за 50 рублей купить можно.
Вот, поначалу был только мультифрукт, сейчас уже смотрю, даже ассортимент начал появляться. И взяла опять вот такое вот печенье сахарное. Сеточка с шоколадом. Щеточка, хотела сказать. Здесь 400 грамм в коробке. Нормальное, но свежее мы уже брали. Как бы мне понравилось мужу. Думаю, почему бы и нет. Пусть едят. За 400 грамм тоже 50 рублей. Это вообще ни о чем, можно сказать. Так, взяла я чай. Один взяла Гринфилд. Черный премиум Ассам. Называется. Вот, Улун, все рекламируют, тут вкусный-вкусный, но что-то я не стала брать, побоялась, думаю, вдруг не понравится, будет потом валяться, никто его пить не захочет. И взяла еще Ристон, вот. Дальше я взяла банку огурчиков, это корнишоны маринованные, ассортель. 500 грамм здесь баночки я уже брала, ну как бы просто для еды мы такие не едим, потому что они, ну, ярко выраженный вкус уксуса у них имеется, а вот на салат мне больше нравятся маринованные огурцы брать, чем домашние вот соленые. Я взяла винегрет, все собираюсь уже неделю, наверное, сделать. И от этой же фирмы зеленый горошек 300 грамм, зеленый горошек 25-50 стоил, тоже нормальный горох для салата, вполне подходящий. Так, взяла я опять лепешки, мультизлаковые лепешки взяла и томатные. Вот, по 4 штуки здесь в упаковках. Понравились, беру теперь постоянно. Но я ничего не закручиваю в них, я так колбаской, сыром посыпал. И в микроволновку. Типа мини-пиццы, в общем. Так, потом я взяла вот такие вот попробовать. Подушечки какао с молоком. Хрустящий перекус с мягкой начинкой. Вот, без обжарки в масле. С клетчаткой написано. На основе злаков. Короче, витамины тут все. Ну, типа полезное. Попробуем. Может быть, правда. Так. Еще взяла вот такие вот. Конфет, в принципе, много было, но я что-то прям зависла возле них. Выбирала, потом решила такие вот взять. Это Невский кондитер. Такие вот конфеты. Ну, типа Сникерса, в общем, конфетки такие нормальные. Одной конфетой можно даже вот на стакан чая ее хватает. Здесь у нас 300 грамм. Вот, мы уже сейчас попробовали, мама приходила. И брала еще спортивное питание мужу. Увидела у какой-то девушки тоже в обзоре. Вот такие вот батончики протеиновые. Это у нас карамель идет. Ну, здесь вообще все как бы на английском. Но написано, что сделано в России. Вот, Made in Russia. И здесь у нас 35 грамм. В общем, такой состав. Сейчас я пытаюсь вам тут... Интересно. Вот. Муж говорит, что такие батончики стоят у них в спортзале, по-моему, 60 что ли рублей вот один. У нас по 25-50 в фикс-прайсе. Вот я ему взяла как бы на пробу 6 штук. Он уже 2 съел у меня. Ну, вот этот вот я попробовала, тоже откусила чуть-чуть. Вкусный вообще, шоколадный такой, с карамелью он. Очень такой, ну, на Марс похоже. Вот. А вот этот тут идет уже с кокосом. Я думаю, типа баунти что-то будет. Но ему очень понравилось. Сказал, будет брать постоянно теперь, вот после тренировки у него. Теперь будет такой. И еще я ему брала, ну, водичку такую там с L-карнитином, что-то тоже для спортивного питания. В общем, он ее уже забрал. И, ну, с собой на тренировку уже, говорит, выбросил. Хотела показать вам тоже состав. Но он такого ярко-красного цвета. Ну, может быть, покажу в следующий раз, потому что тоже будем теперь постоянно брать ее. Он сказал, что ему это нужно. И она стоила тоже там где-то, ну, я не знаю, миллилитров 300, наверное. Может, даже больше. И тоже 25-50. Ну, вообще ни о чем. Такие цены. Ну, в общем, вот затарилась я хорошо сегодня почти. Вот на 1300.
Как денег хватило, тык впритык. Я что-то набрала, набрала, потом уже на кассе стою и думаю, сколько же у меня денег в кошельке. Вот плохо, что по карточкам у них нету расчета, конечно. Ну, приходится вот как-то побольше денег с собой брать. Неизвестно, что там тебя ждет. Ладно, спасибо всем, кто посмотрел это видео. Надеюсь, я вам была чем-то полезна. И всем пока и до новых встреч!